имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляю всех с воскресением Христовым. Христос воскресе! Вот. Поздравляю вас с радостью сегодняшнего дня. Праздник всех святых земли российских просиявших не совершается еще 100 лет. В 18 году на соборе, по местному соборе, его установили как праздник. Но все русские люди, все православные люди чтут его, потому что церковь русская сугубо поучаствовала в умножении Церкви Небесной святыми, которые возлюбили Бога всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью, силой своей яркой. И вы здесь стоящие наследники той же самой благодати, которая была в них, которая есть сейчас в вас. Желаю себе и вам, чтобы мы не только славили Бога в храмах, поя Ему песни, но и своей жизнью на всякое время прославляли Его, были святы, как Он свят. Всех вас поздравляю с праздником воскресенья, с памятью ваших любимых святых. Серафима Саровского, Сергия Радонежского и многих-премногих-премногих других имена, многих людей. С праздником! Спасибо. Христос воскресе!